Вечный огонь – символ памяти погибшим героям Великой Отечественной войны. К нему приходят, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с фронта, тех, кто ушел от нас в послевоенные годы. Сегодня жители Новочебоксарской и представители органов власти республики возложили цветы к вечному огню на аллее памяти в городе Спутнике. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, а тем, кто жив, уже не под силу принимать участие в торжественных мероприятиях. Чтобы порадовать их под окнами героев, уже второй год подряд проводятся концерты и военные марши. Посветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Николай Егорович Плетнев ушел добровольцем на фронт в 17 лет. Служа в противотанковой дивизии, защищал город Ленинград, за что был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны. Эмоций не хватает даже сказать слово. Не ожидал, что так столько людей придет прославлять нас, участников войны. Большое спасибо, конечно, за заботу. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.